ты всегда понимаешь, что Hyperledger – это все-таки приватный блокчейн. И вот сейчас началось, что на самом деле-то приватные не нужны. Конечно, ну, привет. Приватный блокчейн не отличается от базы данных распределенной. Но, в принципе, это же проблема только сейчас. То есть найдите приложение, и классно, можно будет взлететь. Но нельзя бегать всюду, прикладывать блокчейн как подорожник для вашего бизнеса. Сначала систематизируйте бизнес. То есть я за то, система в блокчейне должна быть, система в разработке и система в бизнесе. И тогда уже из всего этого должно что-то вырасти. Но пока у нас нет просто... у нас бы хоть бы просто электронный реестр, например, на Украине ввели, который не был уязвим перед хакерами какими-то, не был уязвим перед человеческими ошибками. А потом уже говорим о блокчейне. А то у нас все блокчейном, все подорожником прикладывать.